Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Я сейчас нахожусь на улице. Здесь неизбежно кричат, воды катаются дети. Им очень весело, они наслаждаются жизнью, поэтому немного будет шумно. Я хотела сказать, что сейчас в моем телеграм-канале, прямо вот сейчас, когда я снимаю это видео, проходит небольшая битва. Я сделала опрос по поводу, какую книгу мне взять сегодня почитать. Там три произведения, и одно лидирую с небольшим отрывом, поэтому никакую книгу я сейчас не брала, будем читать дома, это будет тоже для меня некоторым сюрпризом. И я сейчас в компании одной водички, наушников и подкаста, думаю прогуляться минуток 30, пока не замерзну, возьму какие-нибудь вкусняшки и сделаем с вами кофе, и уже дома начну читать произведения, рассказывать о своих эмоциях, делиться этим всем, вот. Пользуясь случаем, призываю вас подписываться на мой телеграм-канал, потому что там очень часто проходят какие-то опросы, и вы можете поспособствовать съемке какого-либо формата видео. Или вот поучаствовать, например, в опросе и выбрать, какую книгу мне читать или какое видео снимать. Ну и плюс там больше меня и больше моей жизни. Я пошла погуляю. Оу, маленькая. Надо же было вот сейчас мне именно это заснять. Я сейчас пойду, в общем, погуляю и чуть позже к вам подключусь, уже, наверное, с первыми эмоциями о книге. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Ну что, мне, как оказывается, нужно было сделать парочку дел, которые я не могла никак отложить, поэтому только сейчас начинаю читать. Я попила кофе, уже съела свой манник. И, как вы поняли, я взяла вот такие закладки красивые. Буду, наверное, зелененькие использовать, если будет очень много того, что я захочу выделить как-нибудь, то буду, наверное, вот эти вот три цвета использовать. Вот отсюда начинаю, потому что под вот эту обложку цветовая гамма прям вообще шикарная, шикарно подойдет. Взяла вот такую закладку, потому что просто не могла найти другую. И раньше я, ну и до сих пор, книгу, которую я читаю, вот Джейн Остин, я там подчеркиваю все исключительно ручкой. Но недавно, когда я была у себя дома, я нашла вот такие классные фломастеры, которые шикарно подойдут для того, чтобы что-то выделять, потому что, посмотрите, это прям под ширину строчки. И я взяла такой нежный персиковый цвет, потому что дама с камелиями у меня ассоциируется с чем-то нежным. И я сейчас подключилась не чтобы сказать, что я уже прочитала какую-то значительную часть, я только взяла книгу в руки, а для того, чтобы сказать немножко про свои ожидания. Так как это у нас небольшое видео, и здесь я не буду полностью читать произведение, я бы хотела чуть подробнее рассказать про свои ожидания и вообще, как это книга ко мне попала в руки. Я ее купила совсем недавно, она мне обошлась в 90 рублей в Читай-городе, потому что у меня там накопилась какая-то сумма, бонусы, и я решила их потратить. О чем, собственно, вообще не жалею. Я просто в однажды, совсем недавно, увидела у книжного блогера в Инстаграме девушку, которая просто показывает очень красиво эстетично книги. Я увидела у нее цитаты из этого произведения, и я просто влюбилась бесповоротно. Я подумала, что это мне 100% нужно, и в этот же день, только вечером, я зашла и сказала, вот если будет в эксклюзивной классике вот эта книга, вот это произведение, то я ее покупаю. Так оно и случилось, и я купила эту книгу, вот и все. Ожидания у меня от нее, хочу зарядиться женственной энергией от нее, наверное.
Вот не знаю, честно, не знаю сюжета, слышала, что есть такое произведение, все по классике, ничего не меняется, но не знакома и никакие отзывы не слышала, вот буквально у этой девушки из Инстаграма, что вот ей понравилось, и парочку цитат. Поэтому прямо сейчас, кстати, она небольшая, 320 страничек, прямо сейчас я открываю и начинаю читать. Мари Дюплесси. Надеюсь, я правильно произнесла. Вот это первая у нас, как я поняла, глава. Нет, это не первая глава, это, видимо, введение какое-то. В общем, все, я побежала читать. И как только я захочу с вами поделиться эмоциями, я обязательно это сделаю. Пару слов хочу сказать. Прервалась тут на 13-й страничке. Сейчас вам покажу. Как это? Просто поверьте мне. На 13-й страничке прервалась просто посередине вот этой вот предглавы, можно сказать. Я бы не сказала, что это предисловие, наверное. Ну, оно так и есть, но мне как-то больше нравится назвать это главой, потому что это достаточно объемное начало, так скажем. И это начало резко, неожиданно вызвало во мне некоторые чувства и воспоминания, и просто удивительный факт обо мне. Ну, может, удивительный, может, нет. Плюс-минус, наверное, года два назад, три я за собой это не замечала. А заключается этот факт в том, что я безумно сильно вдохновляюсь людьми. И не теми людьми, которые достигаторы, которые там, я не знаю, миллионеры, они вот, ну, кого привести в пример, я не знаю. Тот же Илон Маск или какие-то такие гениальнейшие люди, там, или, может быть, великие предприниматели, меня это не вдохновляет вообще. Меня вдохновляют люди с особой атмосферой, с особой жизненной энергией. Я могу сидеть в кофейне, читать книгу, отвлечься на то, чтобы там съесть десерт, просто посмотреть на окружающую меня обстановку, на окружающее меня общество и выделить одного человека, который именно в эту минуту, именно в этот момент времени вызвал во мне очень такие, я бы сказала, будоражащие чувства. И так как я девушка молодая, то в основном данное чувство и восхищение у меня вызывают люди моего возраста, ровесники. Но это не любовь, это не симпатия, это что-то глубже. Я не знаю, как это прям словами именно объяснить, это надо, наверное, прочувствовать. Когда вот я просто смотрю на человека, и мне нравится все. Мне нравится, как он жестикулирует, как он общается, какое у него лицо, как он одет. Я имею в виду и девушек, и парней, но чаще это девушки. Наверное, в 90% случаев, если не больше, это девушки, это женщины. Вот они просто чем-то манят меня безумно сильно. Мне даже не хочется там подойти познакомиться, хотя чаще, конечно, мне очень хочется стать знакомыми хотя бы, или, может быть, даже перейти в статус друзей, но в основном это что-то такое, на что я смотрю на дистанции, и чем я наслаждаюсь. И я понимаю, что вот правда меня очень сильно вдохновляют просто рандомные люди, но с особой аурой вообще, прям... И вот такое воспоминание о себе, если так можно выразиться, у меня вызвала вот эта вот книга, начало ее, начало произведения. Это вам как пища для размышлений, пока я дальше читаю. Можете написать в комментариях, кстати, возможно, у вас тоже есть такое подобное. Я же не одна такая, сижу, вдохновляюсь людьми. Так что, если напишите, будет очень классно и интересно почитать, может быть, даже немного обсудить эту тему. Я понимаю, что я наслаждаюсь, наверное, как раз-таки энергией и образом этого человека. Я ведь истинное его лицо не знаю, его душу, я же не знакома с этим человеком. Ну, такой философский вопрос.
уже немного сонная и умывшаяся я решила рассказать вам про книгу. В такой приглушенной атмосфере, все-таки уже вечер, уже, кстати, даже близится к ночи, время 11:30, что ли, или нет? Да, 11:30, и вот я себе взяла бутылочку водички, сейчас, думаю, нужно будет просто что-нибудь посмотреть, потихоньку засыпать, потому что уже поздно, а завтра мне нужно проводить целых две съемки, мне нужны силы. Что у нас по «Даме с камелиями» Александр Дюма. Я остановилась на второй главе, на 30-й страничке. Это, конечно, сначала меня ввело в заблуждение это произведение, потому что здесь рассказывается про Мари Дюплесси, супер невероятной девушке, женщине. Я сейчас зачитаю отрывок, просто как это предстает в начале книги. Где бы она ни появлялась, все, кто видел ее в первый раз, не знал ни имени, ни профессии, обращали на нее почтительное внимание. У нее было самое безыскусственное, наивное выражение лица, обманчивые манеры, смелая, вместе с тем скромная походка женщины из самого высшего общества. Я, кстати, все выделяла вот этим фломастером, про который я и говорила. Причем я говорила, что он персиковый, а он розовый оказался. Надо закрыть, чтобы он не засох. Она так носила все эти вещи, как будто родилась в шелку и бархате. Под залоченной кровлей, где-нибудь в великолепном подместье, с короной на голове, с толпой льстецов у ног. Путница, достигшая апогея красоты. Грешница, окруженная обожанием и поклонением молодости. Я сначала не понимала, в чем ее загадка. Что за таинственность такая? Ну, может быть, она просто невероятная, там, какая-то по энергетике как раз-таки женщина, персонаж и человек. Но нет, это куртизанка, это содержанка. И об этом я уже поняла, мне уже сказали прямым текстом в первой главе. Но здесь речь в первой главе уже идет не вот о вот этой Мари, которую мы прочитали, как я поняла, а о Маргарите Готье, которая вот в первой главе описывается, что она умерла 3 недели тому назад, и настолько она была богическая, невероятная, что ее вещи какие-то там, туалетные принадлежности, вот это вот все-все, мелочи от расчески там, не знаю, до заколки, выставили на аукцион, у нее были долги, и все, что как продастся на аукционе, все это закроется. И, ну что я еще могу сказать? Слог, конечно, очень необычный. К нему я, ну, привыкла за одну главу, но это что-то такое, что как будто бы я такое никогда, либо никогда не читала, либо очень давно такое не читала, подобное. «Следы жизни куртизанки» вот тут написано, вещи, из которых каждая мне рассказывала о новом проституировании бедной девушки. Проституирование, офигеть, я такого слова даже не знала. Так как я сейчас читаю Джейн Остин, ее «Чувство и чувствительность», кстати, вы стоите прямо сейчас на этой книге, то я, скорее всего, буду больше уделять внимание ей, но параллельно буду читать Александра Дюма, потому что все-таки я уже за нее взялась. И я хочу вас попросить написать в комментариях, как вам эта книга. Потому что я заметила, что, кажется, многие из вас из моей аудитории читали, знакомы с этим произведением. И мне было бы интересно послушать вас. Только, пожалуйста, без спойлеров, чтобы я вот с удовольствием это прочитала. Очень небольшая книга, читается в лед, шрифт крупный. Все очень комфортно, все очень классно. Но мне кажется, ее можно будет просто разбирать, эту книгу, на цитаты. Я очень рада, что сняла такое небольшое видео, и, ну, надеюсь, оно вышло успокаивающим и атмосферным, как всегда. И я надеюсь, что вам оно понравилось. Напомню, что оставлю ссылку на свой телеграм-канал в описании к этому видео. Переходите, обязательно подписывайтесь. Я там маленькими шагами стремлюсь к круглой цифре. К следующей круглой цифре. Ну и, конечно же, подписывайтесь на этот канал. Давайте здесь тоже очень красивую цифру добьем. 3000. Вау. Было бы очень здорово. И на этом все. Большое спасибо, что уделили мне время. Я надеюсь, вам очень понравилось. У меня уже глаза закрываются. Я сейчас уже пойду потихоньку готовиться ко сну. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.